Итак, прогресс обучаемого – это интересная задача, которая решается в отчетах «Прогресс ученика». Если вы откроете, вы можете отсортировать данные всех учеников по полученным оценкам, по посещению в любом порядке, по проведенному времени в онлайн-курсе, ну и, соответственно, по любой колонке, например, по завершению заданий. Таким образом, вы решаете задачу анализа по всем ученикам и по каждому ученику в частности. Спасибо за внимание.